На национальном телевидении Чувашии премьера цикла под названием «Чебоксарцы». Весь этот юбилейный для столицы год известные люди будут рассказывать о том, что значит город в их жизни. 550 лет столице, 550 имен тех, чья жизнь неразрывно связана с нашим городом. Статус, профессиональный путь, возраст никак не влияет на их любовь к Чебоксарам. Судьба этих жителей навсегда вписана в летопись становления и развития города. Они двигали экономику, создавали новые предприятия, играли спектакли на бис и совершали парашютные прыжки. Я с удовлетворением хожу по улицам города сейчас. Общаюсь с людьми. Никто не даст соврать, что город развивается, город хорошеет, город поднимается на новую высоту. Когда уже начала спортом заниматься, разъезжать по странам и по другим городам Советского Союза, все-таки в Чебоксары я приезжала, это такое было умиротворение. У нас очень благоприятный город. Это вот чувствовала я с раннего детства. Люди всегда восторгались и говорили: да, это ваша столица, да, это гордость нашего народа, гордость нашей республики. Да ведь Волга-то какова?